Ребята, вот смотрите, сейчас я в коридоре. Тут бра, вот две двери, ванная, туалет. Бра и внизу тройная тут выключатель и розетка. Что я делаю? Ребята, вот я к ней подошла. Вот, беру шпателек 12-й, лезвие, олфа. Вот так нащупываю, ну где-то тут вот у меня, крест-накрест. Тут тройная. Ну вот приблизительно вот по этим клавишам, ну по-хорошему надо было их обесточить. Вот. Рискую жизнью, ребят. Так. Тут у меня все замотано этим. Когда я шпаклевал тут все, я их замотала липкой лентой. Вот. Вот так. Открываю. В общем, ребят, тут уже скальпель и тампоны, грубо говоря, операцию провожу. Так, вот немножко надрезики делаю, немножко раскрываю пошире, чтобы мне не мешало при поклейке. Вот, обхожу. Тут вот железненькие рамочки эти. Я по железке сейчас отрежу. Вот. И разглаживаю шпательком пластиковым. Вот так. Вот так. Полотно у меня старое, которое было позавчера. Я его сняла тут же, когда оно плохо приклеилось, оторвала старую шпаклевку и тут же его зачистила. Все эти пенки. Пенки, шпаклевка старая. Вот, я его сохранила. Вот. И сейчас его клею. Вот, разглаживаю. Вот между двумя дверями. Сейчас лишка отрежу, а остальное уже подрежу. Вот дверная коробка у меня, вот она 2 сантиметра. Режу в щель, вот, где дверь уже примыкает. Так, первая вертикаль, а второй будет горизонтальный рез. Так, по двери режу, прям дверное полотно отрезаю. Вот щелочку между коробкой и дверным полотном. Вот этот кусочек нам может пригодиться. Так, это тут оголяю розетку свою. Розетку, выключатель. Тут не разберешь, у меня тут еще малярный скотч. Ладно, пока отрежу минимальное. Побольше-то всегда можно вырезать потом. Так. Так вот. Не надо притереть, чтобы обои хорошо тут прилегали к розеточной группе. Так вот. И вот так. Так. Так, ребятки. Подмазываю клеем. Вот смотрите, все у меня осталось, все чистенько. На обоях ничего нету. То, что нам и надо было. Вот так и должно было быть с первого раза. На обоях не должно быть никаких шпаклевок оторванных. Все должно быть чистенько. Шпаклевка должна оставаться на стене, а не никак не на обоях. Мы приклеиваем к стене. Вот отлично получается. Намажем для крепости еще и обоину. Так. Вот так. Беру шпателек, ребят, жесткий. И приглаживаю. Мне не достает вот до пола. Сантиметра, наверное, 3-4. Плинтус будет 7. Почему так произошло? Потому что рисунок у них 64. 64 на 4, 2,56, а тут 2,60. Вот этих и не хватает, 4 сантиметров. Я не стал кроить, плюс еще 64. Вот. Плинтус все закроет, это самое главное. То никаких обоев не хватит по 3,200. Так, ребятки, давайте, видите, вот тут